Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. На странице 78 мы сейчас выполним задание под номером 1. Запиши название растений луга, которые вам удалось определить при работе с гербарием. Отметьте галочкой название тех растений, которые вам доводилось видеть в природе. На лугу может быть так же интересно, как и в лесу. Нужно только внимательно посмотреть. Здесь растут только травянистые растения. И поэтому в гербарии вы тоже работали с травянистыми растениями луга. Вы рассмотрели тысячелистник, который я видела в природе, поэтому отмечаю его крестиком. Нивняк. Это растение, немного похожее на ромашку. Тоже я это растение видела. Вот здесь оно изображено. Отмечаю крестиком. Дальше мышиный горошек. Я тоже видела это растение, отмечаю крестиком. Мятлик. И тимофеевка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.